Сережка, ты что, пришел Мурку проверить? Да, ребята, короче, я еще не здороваюсь, там дальше увидите. Сегодня у нас произошла такая, блин, непростая ситуация. Короче, приехали к Липовану гости с собачкой маленькой, небольшой. Только им собрался ухи наливать, вылетает наша Мурка, короче, цепляется в эту собаку, вот такой хипиш замес. Мгновение хозяин, владелец собаки, короче, начинает их разнимать и попадает своей же собаке в рот. Влад от всей души, братик, извини, я даже не знал, что так получится, блин. Таки дикая природа, елки-палки. Короче, они быстренько подрались, пострадал Влад, ему палец собака прокусила, уехал дружище в поликлинику, уже отзвонился, все нормально, так что извините, короче, я не по тексту, я там поздороваюсь дальше. Идем Мурку проверим. Мурочка, принцесса наша, как у тебя дела? А? Ты у нас такая... воительница, а ну оператор, дай я покажу. С Муркой все нормально, она не пострадала. Пострадали все, кроме Мурки. Да, вот такая защитница. Кидается на всех и на овчарок. Так что, друзья, если вдруг будете приходить к нам с животными можно. Но лучше предварительно позвонить и взять их на руки, потому что наша мамаша таки умеет защищать свое хозяйство и территорию. Как твои котята там поживают? Ну возьми в руки. Эй, бусинки, вот идите сюда. Белый. Где он там? А я даже не вижу. Ой, какие красавчики вы мои. Иди сюда. Где ты там? Давай я покажу тебе на весь мир. Ты же у нас известная. О, смотри, я белого достал. А ну-ка покажи. Любчик. Смотри, уже глазки открыл. Ёшкин кот. Похож на маму, ты видишь? Красотуля. Такая красивая мордочка. Ты все, лапулечка такой маленький. Мамка у вас, конечно, боевая, защищает вас по полной программе. Хотя сама ее квартира находится за пределами заведения, но Мурка бдит, блин, территорию во всем районе. Да? Ты красавчик. Ну, давай второго пошукаю. О, тоже открыл глаза. Смотри. Полосатик. Красавец. Видно их хорошо? Да. А ну, иди сюда. Давай. Дай их на свет покажу. Эй, друзьяки. Поздоровайтесь, вы такие звезды, слушай. На весь мир знает вашу маму. Это такой бацман. Уже и вас. Ругается. Сейчас я вас верну маме. Этот, наверное, на папу похож? Нет, папа вот как раз такой. Да? Ну ты что, не видел? Ёлки-палки, это тут столько пап прибегало. Короче, друзьяки, давайте сейчас со мной посмотрите кусочек моего рабочего дня. Сегодня я такую запару выхватил, ну его в баню. Уже отстрелялся, все нормально. Еще и кто заезжал ко мне в гости, сейчас ты увидишь. Давай, люблю, целую, привет из Одессы. Чтобы мне были здоровы, жду вас всех в гости до одного. Мура, все, отдаю тебе, отдаю. Она нервничает, между прочим. Ну, клади давай, ей туда. Идем. Пошли. Ой, все, один. И второй. Давайте, рыбчики. Подрастайте. Эх ты, понеслась. Тринадцатый стул появился в Архимус. Что, уже опять снимаешь? Да. Чтобы ты была здорова. Ты нормально не снимаешь? Роль у меня такая. Смотри, у меня кепочка, елки-палки, с вентиляцией, ты поняла? Летняя модель Липованки. Ёшкин кот. А я что, не поздоровался? Нет, еще. У нас очень много людей, так что я поздороваюсь аккуратно. Друзья, всем привет, с вами Одесский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, ёшкин кот. Оператор, покажи аккуратненько, что у нас сегодня происходит. Только быстро, чтобы не спалить никого. Давай. Там не настолько быстро, ты деревня, учить тебя еще надо. Да, сегодня не выходной. Да, я хотел ее представить аккуратно. Сегодня, помимо того, что Липован варил уху, сегодня воскресенье, погода замечательная. Людей, мама дорогая, и подписчиков, и просто так вот проходящих мимо, заходит к нам в гости. Ты забыл куда? Куда? В Архимус, город Одесса, Королева 88, дробь 1. В гостях сегодня Ядка Малинка, Светлана Базаренко. Вот тебе ссылочка на канал. Сюрприз, да подожди ты с этим сюрпризом. Вот баба нетерпящая, да? Да. Вот имеет сюрприз, у нее уже чешется, хоть ты тресни. Сейчас покажет она сюрприз. Короче, Света заехала в гости. Я сегодня сильно вышивать не буду. Сделаю то, что я люблю больше всего. Пожарю, короче, на нашу банду шикарного липованского карася. Да. А ты давай, вываливай. Смотри. Я быстренько сделаю интригу. Вот так вот покажу. А хочешь знать, что это такое? Да тихо ты, да стой. Хочешь знать, что это такое? Увидишь у Светы на канале. Да, у нее там будет продолжение. Подарка. Короче, ей было 18, она еще была а-ля шальная.
Тихо, тихо, тихо. Все, гаси перископ, я иду карася чистить. А ты давай у себя на канале бери дари. Так. Что надо делать? Подрегулировать. Короче, работы сегодня, как и всегда, хватает. Света, шоу, как у тебя торговля на привозе, нормально? Да, конечно. А? Супер. Идут подписчики к тебе конкретно, просто да, не да. Просто люди, а именно подписчики. 70% работы у меня подписчиков. Заказы и приходят, конечно. Вот доигралась, звезда. Давай. Смотри, ты видела брови у нее какие? Смотри. Ёшкин кот. Ручная работа. Кто рисовал? Ну, я это оператор тренируется. Она что, она же у меня на практику пошла. Мне же, кстати, кажут, скинь-то мне и... О! Реклама, двигатель потеряю, торговли, правда? Я и потеряю, ты представляешь, если я и потеряю, что это буду? Зачем это мне не надо? Костика научишь! Брови тебе красить! Ну, Костик, он вообще эксклюзивно, мастер на все руки. Да, понимаешь? Да. Так, чтобы быстренько сейчас отжарили, да, и все не поели, короче, дальше погнали работать. Ну, Света после работы нашла время. Аккуратненько заскочить до Липована. Среди насечки Катюха. По твоей просьбе привезла мне пионов, да? Да, сделала. А ты, а стой, слышишь? Смотри сюда. Она еще свой пион, короче, с 18 лет привезла. Вот этот вот костюм. Я считаю, что ты хочешь? Должен примерить как минимум красные трусики. Не-не-не-не, если вы хотите увидеть, как появились вот эти вот шикарные трусы, гляньте, короче, ой, ты... трусы, извините, красное белье 18-летней давности, гляньте у Светы на канале. Ага. Светлана Базаренко, так что заходи, посмотришь, это было феерично. Так, давай, шо-шо-шо-шо-шо, смотри. Блин, свежий, короче, липованский тунец. Чуть-чуть притрусили. Оператор, покажите, икорочка на месте. У нас каждый карась с икрой. Елки ты палки. Обалдеть. А ну-ка. Точно с икрой. Сказал, как отрезал. А ты обещал Свете, что ты пионы заберешь, да? И не съездил? Я ваши жутки не врубаюсь. Какие пионы? Вот то, что она подарила? Ну, я думаю, что это ты заказал. Для Светы? Для меня. Да, это я заказал для тебя, кстати. Сегодня позвонил Свете в 6:30. Говорю, Света, там будут пионы. Короче, купи оператору охапку. Ты это хотела слышать? Не, как-то не уверена вообще, ничего не понимаю. Светочка? Дома поговорим, Сережа. Да, да, поговорим, оператор. Поговорим. Так. Хорош меня снимать. Давай сейчас быстренько начну там шкварчать, потом снимешь пару кадров. Давай, на смотри, девочки в гостях что-то. О, смотри, в кроссворд шпилят. На привозе нема, когда фигней заниматься, да? Нет, а в Архимусе можно отдохнуть. Ну, то... отдохнуть и рыбку поесть. А что она закрывается? А у нее брови, короче. Они тоже хотят. Так а что же вы не сказали? У вас уже интрига. Да, мы же не дали. Все, вырежем. А знаешь почему? Я бачу, что я не купляю тюмы, когда Юлю бачу. О, вот это вы повторюхи-мухи, хорошо. Да, один раз повторила все. И все, один и раз все. И мы. Гасись, я сейчас вернусь руки сполосной, буду жарить. Кота здесь два котенка, понимаешь? Она тут охраняет. Ну, просто... Катя сказала сразу. Смотри, кто приехал. Ты что, Света, чтоб ты была здорова? Это, короче, человек, который создает легенду. Автобус мне, ресторан на колесах. Да? Ты что, не бачила? Ну, расскажи. Я бачила, я все бачила. Расскажите уже раз. Я бачила. Чтобы была подписана мне на Болгарину. Уже скоро почти будет, уже готов. Уже занимаемся сейчас музычкой. Скоро будет музыкальный автобус. Я представляю, как сделали. Что? А как? Я вообще не за автобус. Ребята, короче, быстренько, две секунды, дай скажу. Это Иван. Канал на ютубе называется «Болгарин с Одессы». Заходите, смотрите. Там проект во всей красе липованского ресторана. Единственного в мире и во всей Одессе Мерседеса на колесах. Нет. Кухня на колесах, а Мерседес по-любому на колесах, да, там еще и музыкальная, с подсветкой, и вода есть, и холодильники работают, все шикардос. Да, я о другом хотела спросить, как человек, которого покусала наша мурка? Влад. Нормально его повезли в это, повезли в поликлинику, нормально все. Все хорошо, нормально? Полезли. Что, не зашивали? Это сегодня, я варю уху, быстренько расскажу, ситуация такая. Приходит человек... Владелец СТО, на котором Иван делает мою машину. Заходит у них собака, Джек Рассел Терьер, Майло, короче, у нее тоже есть свой инстаграм. С фильма «Маски», да, такая классненькая. Садится возле Влада в ногах. Тут вылетает наша мамаша. Я предупреждала. Вылетает наша мамаша Мурка, хозяйка. И давай, короче, цепляется в морду Майле. Влад начинает, короче, доставать свою собаку и попадает пальцем ей в рот. Майло хрякнула, короче, да, Влада за палец, ребята не успели ухи поесть, поехали в поликлинику, короче, вот такое. Все. Но главное, живые, что все здоровые. В порядке. А Мурка
как это, довольная, пошла в будку кормить своих котят. Ну, она хозяйка, но у себя дома. Хозяйка, тоже наглая просто собака. За пару поймал, Сережка? Да, поймал за пару, короче, людей навалом, мелки-палки. У нас уже реально получается сериал залипованный. Вот такие полноценные дни, рабочие, движуха, съемки, бла-бла-бла. Смотри, я хочу жарить чехлы. Света подошла и вырвала у меня одного, и быстренько с ней начала точить. Скажи, нормально? Катюня, огонь. Как ты бомба. Любишь жареный? Угу. Смотри, с икорочкой, со всеми делами. Катюня, икорочка, а помидорчики, огурочки. Две. Ты хоть попробовала? Бомба, бомба, смотри, бомба, у нее бомба, губы все в шелухе, елки-палки. Катюня, шикардосик, умнички, молодцы. Короче, друзьяки, там то, что не попало сегодня ко мне в кадр, увидите у Светы в таком же видео в гостях у Липована. Давайте, я убежал работать. Для вас же и стараюсь, мои хорошие. Всем привет из Одессы. Для вас потел одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.